Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем. И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков-подписчиц, мастеров-мастериц. Я сегодня к вам с узорчиком, с новеньким, но с ниточками, с которыми мы уже работали. Сразу хочу акцентировать ваше внимание. Пряжу вы берете любую, какая у вас есть. Узорчики универсальные подойдут под любую пряжу. Я же, в свою очередь, рассказываю о ниточках, которые я использую в данном узорчике. Итак, сегодня у меня, смотрите, какие ниточки. Вот такие вот. Называются они Ярнард Супер Перле. Идем дальше. Это получается по составу. Смотрим. стопроцентный акрил в 100 граммах находится 400 метров. И нам советует производитель, без смотрите, говорит, берите крючок 3 миллиметра, чтобы у вас все-все получилось. Ну, это моточки уже перемотанные, поняли, да? Итак, я беру крючок 3 мм. Я данную пряжу данным крючком тоже вязала. И у меня все получилось. Поэтому точно так же читайте аннотацию, инструкцию к своей пряже. Подбирайте крючок, чтобы у вас все-все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 6 петелек. Давайте я наберу, например, 5 рапортов, да, это получается 30 воздушных петелек. Еще одна петелька дополнительно, чтобы узорчик ровно красиво закончился. Получается 30 одна воздушная петелька. Ну, а вы набираете, сколько вам удобно. Итак, все как всегда. Вначале делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь 31 воздушная петелька. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, как и во многих узорчиках, особенно новичкам, ну, рекомендую сделать вспомогательный ряд, чтобы мы не запутались в воздушных петельках, в столбиках мы точно не запутаемся. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять накид в пятую петельку ныряем вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки это наш столбик с накидом накид в следующую получается петельку точно так же ныряем и провязываем столбик с накидом накид в следующую ныряем и провязываем столбик с накидом и так шагаем до конца ряда провязываем столбики с накидом Сами себя контролируйте. Количество столбиков должно получиться ровно столько, сколько у вас петелек в цепочке. То есть, если в моем случае я набрала 31 воздушную петельку, значит, у меня должен получиться 31 столбик. Ну, а у вас, естественно, больше-меньше, смотрите. Итак, первые три петельки, которые мы провязали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь столбиков я уже набрала. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся и продолжаем вязать наш узорчик. Угу, не сложно, давайте у вас получится. Так, смотрите, вот столбики, практически до конца провязала. Почему практически? Видите, последние столбики я не провязала, оставила две петельки на крючке, потому что хочу присоединить новую ниточку. Вы можете присоединять, можете не присоединять на ваше усмотрение. Я просто покажу, как меняется цвет в вязании цвет ниточки. Итак, последние две петельки столбика, неважно какого, с накидом, без накида, с двумя, с тремя накидами, провязываем новым цветом. Вводим цвет, получается, в вязание. И вот, наш ряд закончился зеленым, но в процессе вязания уже есть желтенькая ниточка. Поняли, да? Итак, три петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Делаем накид. И сюда же, в этот же столбик, возвращаемся и провязываем три столбика с накидом. Раз, Сюда же. Два. Сюда же. Три. Как только три столбика провязали, пропускаем два столбика. Раз. Два. В третий столбик нырнули, провязали столбик без накида. Далее накид. Пропускаем опять два столбика. Раз. Два. В третий нырнули, провязали три столбика с накидом. Раз. Сюда же. 2, сюда же 3. Воздушная петелька. И возвращаемся обратно. Сюда же провязываем точно таких же 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Как только провязали 3 еще столбика, пропускаем 2 столбика. 1, 2, в 3 нырнули, провязали столбик без накида. Смотрите, что у нас получается. Вот такой вот веерочек. Видите? Здесь получается у нас половинка веерочка. Угу. Идем дальше. То же самое, повторение. Получается, делаем накид, пропускаем 2 столбика. В третий провязываем веерочек. Три столбика с накидом. Раз. Два, три, воздушная петелька. И обратно сюда же возвращаемся. Раз, два, три. Вот опять веерочек, да? И присоединяем веерочек. Получается два столбика пропустили и в третий провязали столбик без накида. И вот так вот вы шагаете до конца ряда. Я думаю, что это несложно, у вас получится. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю так, смотрите, вот верочки практически довязаны до конца ряда. Почему опять же практически? Смотрите, здесь я провязала вот три столбика, как мы и начинали наш ряд. И нам необходимо провязать кромочный столбик последний, да? Я опять хочу поменять ниточку, поменять цвет. Итак, сюда же ныряем, провязываем, вытягиваем ниточку, провязываем две петельки, стоп. И вот последние две петельки я буду ввязывать новый цвет. Вы можете также менять, можете не менять цвет на ваше усмотрение. Ну, я вот так вот захотела. Итак, провязываю две последние петельки новой ниточкой. Далее воздушная петелька, поворот. И сюда же в верхушку этого столбика я провязываю столбик без накида. А дальше будьте внимательны. Делаем две воздушные петельки. Раз, два, накид. И вот здесь вот я буду сейчас опускаться к столбику без накида предыдущего ряда и провязывать рельефный столбик. Как это? Смотрите, я захватываю, получается, сзади наперед вот так вот столбик. Видите? Столбик у меня перед крючком. Вытягиваю ниточку и провязываю по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. За счет того, что я таким образом беру столбик, он у меня получается рельефный. Я провязала сейчас рельефный лицевой столбик с накидом. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Переключаюсь к верочку, ныряю в арочку и провязываю столбик без накида. Вот такая красота должна получиться. Опять две воздушные петельки. Точно так же провязываю рельефный лицевой столбик с накидом. Вот за столбик без накида предыдущего ряда захватываю вот таким вот образом столбик перед крючком. Вытягиваю ниточку и провязываю по две петельки. Две, две рельефный лицевой столбик с накидом. Угу. И опять две воздушные петельки и Иду к арочке от верочка, ныряю в арочку, провязываю столбик без накида. И вот так вот вы чередуете: столбик без накида, рельефный столбик, столбик без накида, рельефный столбик, столбик без накида, рельефный столбик до конца ряда. Угу. Не сложно? Несложно. Давайте в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы, получается, столбики практически готовы. Как мы заканчиваем ряд? рельефный столбик провязали 2 воздушные петельки сделали и здесь мы получается обращаемся к трем петелькам подъема которые у нас были в предыдущем ряду и провязываем в третью петельку подъема столбик без накида все ряд наш закончен далее воздушная петелька поворот и сюда же в этот же столбик провязываем столбик без накида далее смотрите делаем накид и обращаемся Получается, вот к нашему рельефному столбику, а именно к верхушке столбика, и провязываем три столбика с накидом. Раз, сюда же два, и сюда же три, одна воздушная петелька. И опять возвращаемся сюда, же провязываем еще три столбика с накидом. Раз, два, и. 3. То есть у нас с вами получился веерочек. Видите? И присоединяем веерочек вот к столбику без накида предыдущего ряда, тоже столбиком без накида. Поняли? То есть у нас получается вот как бы на ножке вот такой вот веерочек. Давайте еще раз. Накид. Вот наша ножка. Присоединяемся к ней, провязываем веерочек. То есть у нас получается 3 столбика с накидом. Раз, два, 3 воздушная петелька и опять сюда же возвращаемся и провязываем 3 столбика с накидом 1 2 3 и как бы присоединяем наш веерочек столбиком без накида вот таким вот образом понятно то есть если внимательно посмотреть то мы с вами провязываем самый первый ряд наши веерочки с столбиками без накида угу. вот давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда я вас встречаю. Несложно, несложно. Давайте у вас получится. Так, смотрите, вот наши очередные веерочки готовы. И мы присоединяемся, получается, последним веерочком вот к столбику без накида предыдущего ряда. Точно так же столбиком без накида. Смотрите, вот так вот вытягиваю ниточку и оставляю две петельки на крючке, потому что я хочу опять поменять цвет. Итак, пусть в моем случае это будет первый цвет. Да? Вы можете менять уже на четвертый цвет. Вы можете двумя цветами вязать, одним на ваше усмотрение. Я возвращаюсь к зеленому, провязываю, получается, две последние петельки, переключилась на зеленую ниточку. Далее, три воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Смотрите. И еще делаем две воздушные петельки по узорчику. Раз, два. Итого я здесь набрала пять воздушных петелек. Далее, смотрите, переключаемся к нашему веерочку и провязываем столбик без накида. Две воздушные петельки. Раз, два. И смотрите, переключаемся вот на столбик без накида предыдущего ряда и провязываем рельефный лицевой столбик с накида. Опять захватываем наш столбик таким образом, что столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом Вот 3 петельки подъема это имитация данного столбика. Опять 2 воздушные петельки и присоединяемся к верочку, к арочке, провязываем столбик. Без накида. Две воздушные петельки и опять рельефный лицевой столбик с накидом. Вот таким вот образом мы с вами повторяем, помните, самый первый ряд вот этот вот, оранжевый. Угу. Видите? Все то же самое, только небольшое смещение как бы в шахматном порядке. Все. А все остальное все то же самое. Давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, как рельефные столбики у нас выглядят на лицевой стороне. Видите? Красиво. Итак, как мы заканчиваем наш ряд. Опять сделали 2 воздушные петельки, накид. И здесь получается мы провязываем столбик без накида предыдущего ряда, просто обычный столбик с накидом. Угу, не рельефный, обычный. И здесь я буду продолжать той же самой ниточкой, не переключаюсь. Для начала 3 петельки подъема, поворот. Теперь смотрите: накид. Сюда же в этот же столбик я провязываю еще 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Далее переключаюсь вот на столбик без накида предыдущего ряда и провязываю столбик без накида. Накид. Опять переключаюсь на рельефный столбик и провязываю веерочек. 3 столбика с накидом. Далее 1 воздушная петелька и опять сюда же 3 столбика с накидом. То есть сейчас на данный момент мы с вами точно, точь стопроцентно повторяем наш самый первый ряд. Так, второй столбик. Третий столбик. И присоединяемся столбиком без накида. Поняли, да? Видите? Вот такая красота, получается, у вас с одной стороны. Вот он, самый первый ряд вот мы его повторяем. То есть, сам по себе узорчик представляет два ряда. Давайте перевернем на лицевую сторону. Я считаю, что это будет лицевая сторона. То есть, получается, вот рельефные столбики, да, ножка такая, и веерочки. Рельефные столбики, ножка и веерочки. И так вот вы шагаете в шахматном порядке. То есть узорчик два ряда. По идее, когда вы провяжете 4 ряда, раз, два, три, четыре, да, опять идет повторение. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Поняли? Не сложно, не сложно. Схемки у меня, к сожалению, нет, но автор получается данного узорчика американский дизайнер Детра Айз, айс Айз, правильно? Вот так вот, если читать. И по ее дизайну, по ее дизайну, данные столбики, вот эти рельефные, она провязывала изнаночными то есть она провязывала их наоборот, столбики у нее были наоборот. Все, а все то же самое. То есть смотрите, как вам удобно. Если вы столбики хотите провязывать лицевыми, вот эти вот, да, рельефные, провязывайте лицевыми. Если изнаночными, изнаночными. По итогу картина будет одинаковая. Что с одной стороны получается, что с другой стороны. Вот просто единственное, сказать вам, как вам удобнее, так и провязывайте. Ну что, давайте встречаемся через несколько рядочков, потому что принцип узорчика вы поняли, да? Давайте его увеличим, вырастим на несколько рядочков. И посмотрим, что в итоге получается. Получится очень красиво. Все, встречаемся, чернится рядочков. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот такая у меня пестрая красота нынче получилась, да? Для настроения. Смотрите, вы можете брать и один цвет, и два, и три, и пять, и десять, сколько угодно и остаточки. То есть на ваше усмотрение вас никто не ограничивает, да и пробуйте, из любой пряжи пробуйте. То есть в моем случае такой тоненький акрил, в вашем случае может быть любая другая пряжа. У меня вот так вот тянется из моего акрила, видите, вот так тянется. Из вашей пряжи может тянуться больше, может меньше, так что пробуйте. Это может быть с дополнением хлопка там, например, да, или это может быть шерсть и так далее, и так далее. Махер, представьте, да, кофточку такую интересную. Изнаночка, может быть, нам понравится больше, то есть смотрите на ваше усмотрение, вот такие вот интересные гляньте в крапинки, да? Вот, так что пробуйте, пробуйте и так, пробуйте и сяк, и как у вас получится, больше вам понравится. Ну что, замерим? Давайте. Итак, я получается сегодня набирала 33 воздушные петельки. Допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания – это получается 13,5 сантиметров. И тут, смотрите, получается. Ну, будем считать 1-2, да, потом идет палочка и верочек 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 рядочков. Тоже вяжется очень быстро, потому что очень простой узорчик: 12, ну, с небольшим, да, пусть допустим, 12, половина сантиметров. Ну, тоже неплохо, да? Вашу копилочку узорчиков. Если вдруг вы вязали, что данным узорчиком, рассказывайте. Возможно, вы его встретили раньше и скажете. О, мы такой узор давно знаем. Если не вязали, тоже пишите комментарии. Будет очень интересно, что можно связать данным узорчиком. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Самый верхний должен быть темненький. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Пока-пока.